Настоящий потоп омрачил начало лета сразу в нескольких европейских странах. Затяжные ливни в Германии привели к паводкам. Воды было столько, что многие люди просто не могли выйти из дома. Зато удалось сбежать хищникам из зоопарка в Люнебахе. В результате непогоды их клетки оказались повреждены. На свободу вырвались несколько львов, тигров, ягуар и медведь. Была организована настоящая спецоперация. В итоге беглецов удалось поймать. Стихия ударила и по Бельгии. Это кадры из Льежа, потоки воды везде, затопленные подвалы и первые этажи зданий.